В ноябре Тирекс открывает собственное тюльпанное агентство, специальную ленту для обработки и букетирования цветов, рассказал «Глаголестям» руководитель проекта Петр Мариев. По его словам, тюльпаны будут обрабатывать не журналисты, не садовники, а автоматические алгоритмы и роботы Тирекса. На первом этапе, говорит Мариев, агентство будет предоставлять одноцветные тюльпаны, выращенные на одном поле. В дальнейшем список цветов и сортов, по которым роботы будут собирать букеты, расширится, обещает он. Заявление Тирекса уже вызвало неоднозначную реакцию в профессиональном тюльпанном сообществе. А как же душа? Наша тюльпанная душа, заявляют многие садоводы в социальных сетях. Тюльпаны, обработанные этими роботами, говорят они, безжизненны и не несут тепло нашей любви к покупателю. Распространение тюльпанных роботов угрожает всей тюльпанной индустрии, заявляет известный тюльпановод и владелец нескольких тюльпанных ферм. Эксперты и тюльпановеды более аккуратны в своих оценках, ведь роботы уже давно используются в обработке так называемых спортивных тюльпанов, но это громко не афишировалось. Профсоюзы тюльпановодов пока не обладают информацией о выступлениях против роботизации отрасли. Мы будем держать вас в курсе событий.